мы с театром ровесники друг другу. Театр был организован советской властью в 1934 году. Что интересно, в этом театре, еще когда я был совсем ребенок, играла моя матушка, тоже актриса. Всех я не могу перечислить, я и не знаю всю историю этого театра в подробностях. Но я сюда пришел и был приглашен, когда пост художественного руководителя занял Валерий Иванович Якунин, который проявил недюжинную энергию. И этот театр, простите за такое сравнение, он в конечном итоге сейчас является как бы придворным театром губернатора Московской области. Мы очень уважаем классику. Наш руководитель следит за тем, чтобы театр был оснащен техникой. Приглашаются хорошие актеры, режиссеры. Мы отличаемся тем, что у нас, в отличие тоже, вот, к сожалению, от других театров, у нас внутри очень здоровая обстановка. У нас нет никаких этих закулисных, сами понимаете, интриг и так далее. Что интересно, мы в последнее время очень широко гастролируем. Недавно вернулись из Владикавказа. Один раз были в Белоруссии. Театр обладает хорошей производственной базой. Помещение у него очень хорошо оформлено, зрительское фойе. Так что я вот тут наговорил почти все хорошее. Но я как-то при мне, сколько я здесь уже с 91-го года работаю, я не встречал никаких эксцессов, никакой вражды между актерами. Я считаю, что мне в этом отношении просто повезло. Вершины! 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 А, нет, все!
Все правильно, Билл. Вершины Эбенезер-Дорф. Городок плоский, как блин, а называется Вершины. Смотри, и живет в нем унылая и всем довольная деревенщина, которая только в пору плясать у майского шеста. Эй, любезный! А ну дай-ка что-нибудь холодненького. Холодненького, любезный. Холодненького. Ну давай, лезь. Доллар! Сколько? Доллар, вот доллар? Дай ему, Билл, доллар. Как? Вот это доллар! Ой! На! 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 Еще раз! Доллар! Да, оставь мне, сэр! Оставь мне, сэр! Да оставь ты мне! Домой ведь доллар, Билл, отдай! Давай, жарко! Ой, сэр, какого черта вы притащились на этот юг? Мне здесь жарко. Сэр, какого черта вы притащились на этот юг? Мне тут очень жарко. Билл, как думаешь, что означает вон тот столб пыли? Обыкновенная потасовка мальчишек. Дай. Я. Справа бей. Слева. Ай-яй. Это необыкновенная потасовка мальчишек. В этом пыльном смерче кружатся $2000, которых нам так не хватает, чтобы заняться земельными участками в Западном Иллинойсе. Слушай, слушай, сэр. Он так любезен. Покажи ты мне эти $2000. Иди сюда. Видишь вон того мальчишку с веснушками по всему лицу. А, классный мальчуган. Вот, Билл, это единственный сын Эбенезера Дорфа. Ну, местного горожанина, честного и непослушного церковного сборщика. И ты хочешь его украсть? Чего не украсть? А похитить. Видишь ли, Билл, в таких маленьких общинах родители очень привязаны к своим детям. Слушай, а что это за подлезок? Возьмет и выложит там со своего сынка $2000, и никак не меньше, что ли? Делится как будто выгодно, а, Билл? Еще. А я думаю, чего мы тащимся в эту Алабаму? Сэр, ну правда, ну почему именно Алабама? Билл! Ты видишь вон того мальчишку с веснушками по всему лицу? Да я и знаю, классный мальчуган! Я же тебе объясняю, это единственный сын, я буду зародом. Да я знаю, ты хочешь его украсть! Любезный! А не подскажете, почем нынче горох? Ох, блядь, плохи дела. Что? Горох упал в цене. Упал в цене? Билл, горох упал в цене. Сын, а зачем тебе горох? Потому что я не хочу раньше времени знакомиться с южным фермером с косыми вилами. Чего, думаешь, они могут нас заподозрить, что ли? Не надо, Билл, а тебя? А чего ты меня сразу? Да потому что написано у тебя на лице. Все, мне ничего не написано на лице. Вообще писать не умею. Ты подойди к нему и спроси что-нибудь. Ага. А что спроси? Да что хочешь, лишь бы он ни о чем не догадался. А о чем не догадался? Иди уже. У вас ко мне какие-то вопросы? Нет! Чего? Нет! Спроси у него что-нибудь. Ладно. Я пошел. Давай. Я же вижу, что у вас проблемы. Нет! Да! А вы что, умеете читать, да? Умею. И что? Ничего. Так, совсем ничего.
Вот так. Ничего? Вот так. Вроде ничего. Сэма ничего не прочел на моем лице. Билл! А, ой! Билл Дрискол! Приятно познакомиться, старина! Сэм ничего не прочел на моем лице! Ой! И зачем ему назвал свое имя, идиот? Ой, так... Ох, да я нашло время на помрачение ума! Да, чтобы на большом тебе не находило. Я что-то пока не завалил свое дело. Хорошо. Любезный, жаль, что горох упал в цене. Да, да, почти ничего не стоит. Безвредные блендарицы! Как вы посмели приблизиться к лагерю вождя краснокожих грозы долин? Идите ко мне этого блендарица! Я сниму с него скотч! Как он тебе, Билл? Классный мальчуган! Продолжаем операцию! Получилось! Мы сейчас! Вот, сейчас! Вот, 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 вот.
точно жарим на костре. Здорово придумал, малыш. Да? Давай ты теперь немножко помолчишь, если не хочешь, чтобы старина Кэт вставил тебе кляп в рот. Да! Да! Кляп! Ух ты! Ух ты! Слушай, это не малыш, а какой-то медведь среднего веса. Красный долин!
Это он играет, сэр. Он играет. Они бегут, они утаскивают своих убитых и раненых. Да, ты глянь, Билл, действительно бегут, смотри. Где? Там прям тысячная армия у нас в углу пещеры. Ты что, не видишь прям? Там собралось целое же войско. Они хотели освободить вас. Но им это не удастся, потому что вы мои пленники. А какие ж они все-таки идиоты? Кто, Билл? Лазутчики были на лицах. Да? Все! Спать! Как спать? С закрытыми глазами. Смена глаз! Хэп! Слушай, вождь, а тебе что, домой совсем не хочется? А что я там не видел? Дома нет ничего интересного. В школу ходить я не люблю. Это правильно. Да. Мне нравится жить здесь, весна. Звездный глаз, ты ведь не отведешь меня домой? Да нет, пока не собираюсь. Мы еще поживем здесь, да, Билл? Да. Это друзья Хэнка! Какие друзья? Они кружат вокруг лагеря. Они хотят освободить тебя. Но им это не удастся. Потому что ты мой пленник. И я сниму с тебя скальп! Спокойно, Билл. Билл, не нервничай, Билл. Спокойно. Я его сейчас! Это за 2000. А ты умный. А я умный. Очень умный. А все, 2000. Умный. Спокойно, Билл. Я умный. Спокойно. Да. Все. Ты куда? Ну, сейчас я тебе Держись, Билл!
после такой битвы. Это очень кстати, малыш. А то... Сэм, будь так добр. Вот это вот. Вот сюда. Спасибо! Стер, тебя, может, мы положим в центре, чтобы никто не мешал тебе и не тревожил твой сон. Я все сказал, все в порядке. Ложись спать, я больше не буду. Я его сам уложу. Тихо, тихо, тихо.
Чего? Это же 2000. Ты такой умный, Билл. А я умный. Очень умный. Это 2000. А я умный. Ложись спать, Билл. Теперь пусть попробует ты меня добраться. Кому сказали? Ну-ка вставай!
Еще одна вот такая вот шутка с твоей стороны. И я тебе, мальчик, пушки-то твои дурацкие оторву. Ты понял? Какой-то цирк. Ты сию же минуту отправишься обратно домой. Я
Значит так, запомни раз и навсегда. Вот это не старина Хэн, это мистер Билл. Ты понял меня? А зачем мистер Билл мне ухо надрал? Ух, болит. Дым, возьми, дым. Все, домой. Не надо, не надо. Ты же вам так управлять, я домой, я буду тебя слушаться. Позволь, я буду играть другую игру. В какую? Какую? Чего какую? В разведчик. 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 Да. Иди сюда. Слушай, ну ты понимаешь, я в игре не помню. Вот думаю, мистер Билл с удовольствием поможет тебе. Но только для начала ты должен был попросить у мистера Билла прощения за то, что ты его слегка ушиб. Слышишь меня? Да. Все. Иди сюда, Билл. Да. Он будет просить прощения. Давай. Все хорошо. Ну. Ну. Ну! Я вовсе не хотела обижать тебя. Старина. Чего? Мистер Билл! И улыбочку пошли. Вот. Чего, встали? Теперь пожмите друг другу руки. Хорошо, а с этой минуты топор войны между вами что? Правильно. Правильно, Билли? Так вот. Правильно. Так, все. Получится. Вот и. Здорово, справился, да? Жарко, Сэм. Ну ладно, Билл. Я пойду в город скажу. Узнаю, как относится пропажа этого младенца. Какого младенца, Сэм? Чего? Ух, Билл. Билл. Ты что? Его боишься? Я? Сэм, ты меня знаешь, я никогда ничего не боялся. И когда мы грабили с тобой пассажирские поезда. И когда нападали на полицейское участие. Ну он меня доконал. Ну неужели ты впрямь думаешь, что кто-нибудь заплатит мне 1000 баксов за вот эту вот ракету с веснушками? Думаю, Билл. Я думаю. Все. Ну ты ж не останешься с ним надолго, Сэм. Билл, я вернусь к вечеру или около того, ну. Всем я боюсь! Ну ты чего? Ты ведь такой большой, Билл, такой сильный. А это всего лишь ребенок. Мальчик, ты поиграй с ним. Нет, просто займи его чем-нибудь. Чем? Смотри сюда. Эй, вождь, иди сюда, есть важный разговор. Не выйдет! Вышел уже. Значит так. У нас мистер Билл очень важный и, что самое главное, секретный разговор. Так что ты иди туда, вот к той реке, и смотри, чтобы нам никто не мешал. Никто! Никто. Yes, sir! Яблоко, солдат. И... Все! Ты крокодилов дрессировать не пробовал? У тебя получилось. Ох, Билл, ну нужно просто хотя бы слегка понимать детскую психологию. А? Лучше вот послушай, какое письмо я накатал. Старику Дорси. Читай, читай. Читай. Во! Эбонезеру Дорси. Эсквайр. Ага. Мы... Спрятали вашего мальчика в надежном месте далеко от города. Не только вы, но и даже самые лучшие... Пещеры. Не только вы, но и даже самые лучшие сыщики напрасно будут его искать. А, точно. Мы требуем за его возвращение 2000 долларов.
Деньги должны быть оставлены. Сэм, же... Сэм, я, конечно, не против отцовской любви, да. Но все-таки мы имеем дело с людьми. Ага. А какой нормальный человек согласится заплатить $2000 за вот это вот? И что ж ты предлагаешь, Билл? Пусть будет 1500. Что, Билл? Разницу можешь отнести за мой счет. То есть тебе 500, а не 1000? Да. Ну пусть будет 1500. Мы требуем за его возвращение 2000. Полторы! Что ты, $1500? Деньги должны быть оставлены в том же месте, что и это письмо. Если вы откажетесь выполнить наши требования, вы больше никогда не увидите вашего сына. И подпись. Два злодея. Потрясающий, Сэм. Ой. Как тебе это удается? Не знаю, Билл. Наверное, таким родился. А я за всю свою жизнь не написал даже рождественской открытки. Ничего, зато... Зато ты ловко орудуешь ножом. Иногда так хочется написать письмо, Сэм. Да кому написать, Билл? Да хоть кому-нибудь, Сэм! Хоть кому-нибудь! Мне надоело быть детям! Что ты еще хочешь? Я сказал тебе, хочу быть разведчиком! Разведчик? Что это за игра? Смотри, я разведчик. Да. Я должен скакать на заставу и предупредить поселенцев о том, что на них надвигаться не может быть. Скакать и предупредить. Вот это. Больше ничего? Ничего. Да. Но я думаю, большого вреда от этого не будет. И мистер Билл с удовольствием поможет тебе что там, отразить атаку. А что я должен делать? А ты будешь мой славный добрый конь! О, чего? Ты будешь конь! Славный и добрый! Ну как же, я доскочу до заставы, если у меня не будет старого доброго коня! Ну, без коня! Какого еще коня? А что? Я буду непоганым конем! Ты будешь отличным конем! А далеко ли до заставы, малыш? Я пошел, ой. Зачем мне тогда почтовый ящик? А вдруг мне захочется написать кому-нибудь письмо? Опыт. В смысле, потом
берут за это большие деньги. Вы... Когда бы не подумал, что такое у нас возможно. Слушайте, вот в такой стране возможно все. Какой? Наши, я просил холодненького. Ну, вообще, запустите две дырки. Ну, ладно, пойду, посмотрю. Спасибо, похолодней. Видали, жучар? В какой стране? Кто тут по залу был? Девочка! Не слышу, девочка. Я говорю, через два часа буду тебя ждать у старого дуба, понятно? И чтоб тихо мне все здесь сидели, ясно? Я не знаю. Тихо все! А кто подумает обо мне? А ты не должен думать о себе! Осталось каких-нибудь 10 минут! Так я проскакал уже добрую сотню! Это тебе так кажется, потому что ты еле-еле припрёшься! Бежать, мой конь! 87! Я вижу поселенцев и мирно пасущийся скот! Крепись, скоро тебе будет благодарность и награда! 91! 92! 90! 92, 91, 90. Все. Ура! Поселенцы спасены! Здорово, поселенцы! Здорово! Здорово! Поселенцы собрались! Здорово, поселенцы! Здорово, поселенец! Тебя как зовут? Как? Никита, да? Никита, а ты старшим помогаешь? А младших обижаешь? Не обижаешь? Конфет, шоколад, еды хватает? Молодец, поделись с остальными поселенцами, скоро прибудет помощь! А это... был мой славный добрый парень! А знаете, как его зовут? Его зовут Вильдебор! Пойдешь кататься на лошадке? Ты пойдешь? Ты пойдешь?
ладно. Мы кони не гордые. Мы и сами можем подойти. Так. О, видишь, вот тут. Так вот, она приведет тебя прямо домой. Считаю до трех. И чтоб я не видел туда твоих перекачивающих пяток, ты понял? Подожди, Билл! Слушай, почему солнце желтое? Раз! Подожди! Почему трава зеленая? Два! Билл! Откуда дети берутся? Из цифры три! Thank you.
получишь письмо от Зос. Ответ? Ответ от Зос. Читай. Давай, читай. Двум злодеям. Это нам. Так. Джентльмены. Да. Я получил ваше письмо насчет выкупа. Да. И думаю, что вы требуете лишнего. Правильно, да. Так, в свою очередь, делаю вам... Подожди, что он там думает? Думаю, что вы требуете лишнее. Лишнее? Так. В свою очередь, делаю вам ответное предложение. Вы приводите моего сына обратно домой, да? И платите мне $250 наличными, я соглашаюсь взять его у вас с рук долой. Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что он пропал без вести. И я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет моего сына обратно домой. Совершенно почтение. Я бы назадался. $250. Всего лишь $250. Вот за вот эту ракету с веснушками всего лишь $250. Это грабеж на белом дне. Почему грабеж? Это джентльмен. Это старая джентльмен. Ну ты же не собираешься упускать такую возможность. А, ну ладно, не заплатим. Беремся отсюда. Подальше, сэр. Дальше. Бил. Спасибо. Вот. Иди сюда, есть важный разговор. Ну, секретный, вот. Секретное бюро. Значит так. Мы с мистером Биллом собрались на охоту. На охоту на медведя. На медведя и решили взять тебя с собой. Сарафа. Ты мне лучше скажи. Есть у тебя какое-нибудь оружие? Есть копье! И куда ты вот с этим копьем и на медведя? Ты знаешь, что охота на медведя. Требует не только специальной подготовки, но и специального оружия. Я не знаю, что нам делать. А ты, Билл? А? И я. Билл, все-таки ты иногда Какого медведя? Тихо. Мальчик, иди сюда, я все решил. Правда, я разговаривал с твоим отцом. Зачем? Знаешь, что он сделал? Что сделал этот благородный человек? Да он пошел в магазин. Купил тебе. Да. Винтовку. О, серебряная насечка. Мокасины. Какие? Зеленые, да? Зеленющие. Кто? А он ее мне не отдал. Знаешь, потому что он сказал, что хочет вручить тебе ее лично. Знак своей отцовской. Винтовка. Серебряная насечка. Не трогай! А ну-ка! Скорей домой! Ура! Ну ты все видишь, как он радуется. Вот это меня настораживает. Ну скоро мы будем далеко отсюда, ты наконец-то отдохнешь. Вперед, сэр! Давно, Байер, вперед! Вперед! Прячься с парой!
Если я не ошибаюсь, это дом выбил из Родорсена. Не понял? Не ошибаетесь. Где деньги? У них сейчас будут. А? Сейчас, один момент. Слушайте, не шумите! Твои соседи услышат, они знают, что это делать. Билл, иди уже сюда! Иду! Чего ты позвать не мог, что ли? Да! Ой! Тихо! Где деньги? Я его на задорсе. Так, здравствуйте. Вот, вот деньги. Вот сюда. Все правильно? Все верно? Считай. Да. Вот ваш сынок. Малыш, малыш! Вот мой папа! Где винтовка? А? Какая винтовка? Покажи его домой. Кому сказал? Обманули. Я же вас никогда не обманывал.